Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу рассказать о тех томатах, которые у нас растут в теплице, которые впечатлили, и также о тех томатах, которые в этом сезоне не очень урожайные. Начну, наверное, вот с тех томатов, которые поближе ко мне. Вот они, такие крупные томатики. Сейчас покажу еще. Там тоже висят такие хорошенькие. Такие вот. Это у нас томаты чудо земли. Достаточно они хорошие по массе. Такой вот томатик. В принципе, в кисти их идет где 3, где 2. Но где-то может быть вот так вот. Такой один большой. Они у нас высокорослые. Достигли они самого вот видите потолка. И продолжают и цвести. И наливать плоды. Можете заметить, здесь тоже вот их достаточное количество. И там, тоже висят томатики. В принципе, вот здесь тоже висят. Это все томаты чудо земли. У него плоды очень такие крупные. Также расскажу о томате. Вот он у нас. Это у нас томат банановые ноги. Продолжают они спеть. Но томатов, честно сказать, не очень много. Поначалу как-то они хорошо развивались. Но сейчас как-то совсем затихли. Кисти не очень даже хорошо так наливаются. Ну, в общем, и на некоторых томатах, смотрите, начала образовываться вот эта вот вершинная гниль. Хотя вот этот томат, банановые ноги, он у нас устойчив к вершинной гнили. Вот здесь тоже есть такой же томатик. Вот сейчас покажу. Вот он уже созрел. Вот видите, у него такой вот кончик. Хотя вот именно этот томат у нас он идет вот устойчивый ко многим заболеваниям томатов. Ну, как оказывается, даже такие, так скажем, дорогие семена, сорта, они вот не очень хорошо себя показывают. Ну, может быть, это только первый сезон как-то так сказался. Ну, вот многие тоже не очень хорошего мнения об этом томате. И пока вот он не очень впечатляет. Вот такой вот томатик. И покажу в разрезе. Вот такой вот он в разрезе. А что касается вкуса, то в принципе у них вкус, ну, как вот у обычных желтых вот этих томатов. То есть нет чего-то плохого, но при этом какого-то совершенства, прям такого изыска я тоже не чувствую. Кожица достаточно такая плотная, толстая. Поэтому не знаю, за что, честно говоря, берут такие деньги. За 10 семян там, наверное, около 100 рублей. И по урожайности я бы не сказал, что вот настолько вот он впечатлил. Но, повторюсь, может быть, это именно первый год. Ну, как-то, может, климат как-то не пошел. Ну, посмотрим. Может быть, и на следующий год мы его посадим. Ну, увидим, что будет дальше. А вот этот вот томат просто поразил своим урожаем. Насколько много. Смотрите, сколько томатов. Они продолжают у нас завязываться все выше и выше. И здесь вот они, эти томатики. Я буду так потихоньку опускать. Насколько их просто огромное количество. Вот они какие кисти. Как бы вам показать-то. Вот она, кисть огроменная просто. С урожаем черри томатов. Здесь тоже вот она кисть. Несмотря на жару, которая у нас стоит, этот томат, можете заметить, он прекрасно завязывает плоды. Может, конечно, не 100%, но близко к этому.
Сейчас я пониже еще опущусь. Смотрите снизу, что творится. Такие вот огромные просто грозди томатов. Здесь-то они тоже кое-где висят. И вот здесь такие томатики. Начинают они поспевать. В принципе, они кое-какие уже поспели. Я вот сейчас сорву. Такие вот. Ух ты, лопнуло. Вот такие вот черри-томаты. Очень сладкие. Необыкновенно сладкие. Не болеют никакими заболеваниями. Это у нас смесь томатов, вишенка. Желтая, розовая, красная. То есть еще, наверное, какая-то темная, какая-то еще там. Какая-то темная краска. Но томатов просто, вот они увешаны. Кисти. Повторюсь, было сначала очень холодно в июне, да. А в июле стояла 30-градусная жара. И вот такие томаты завязываются. Вот здесь начали спеть желтенькие. Желтые просто вообще очень вкусные. Даже, наверное, вкуснее, чем красные. Настолько вот они прям обалденные. Здесь вот тоже такие крупненькие. Чудо земли. Так, ну вот смотрите, вот это вот получается вишенка желтая, вот это получается красная, а вот это вот у нас томат, тоже черри, красные бусы. Сейчас я его тоже покажу. Вот по размеру, если судить, тот красный бус, он чуть побольше. Но по вкусу вот именно вот вишенка, вот это 100%, а все-таки красные бусы немножко по вкусу, ну, наверное, 80-70%. Вот эти наиболее вкусные, просто как вот, я не знаю, сладкие-сладкие, то их точно на следующий год мы будем сеять снова. И что касается цены и качества. Вот эти томаты стоили всего 10 рублей за пачку. В пачке семян, наверное, ну 100 штук точно есть. Представьте себе, можно засадить, я не знаю, целый участок. И вот цена этих томатов, да, и качество. И цена и качество банановых ног. Такой вот кустик, здесь два томата. Какие здесь томаты. И сколько здесь просто вот все усыпано томатами. Просто огромное количество. Я считаю, что ну, это в 100 раз просто лучше. Поэтому их точно на следующий год мы будем сеять. Вот вам покажу красные бусы. Смотрите, вот она на кисть. Так, листочек, чтобы убрать, чтобы было видно. Вот она, кисточка. Смотрите, какая. Вот это вот у нас красные бусы. Все томаты до единого практически. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, наверное, томатов. Такая вот кисть. И они везде практически, там вот уже красненькие есть кисти, висят. Здесь тоже вот они продолжают завязываться. И здесь они есть. И вот они, красные бусы. Вот такая вот кисть. Это вот всего лишь одна кисть, она, видите, она идет вот кверху, вот она. Немножко так она расползлась, так сказать. Вот такие вот томаты, именно красные бусы. Вот здесь тоже поспевают эти вишенка, красный вот такой томатик. А вот там это осталась желтенькая такая. Не успели ее съесть. Очень вкусная вот именно вишенка и желтая, и красная. Замечательные томаты. Так, вот это вот у нас томат Солоха. Он у нас детерминантный. Вот такой вот томатик. Пока они еще не поспели. 1-2. Здесь тоже вот они висят. Там вот есть. Здесь он с краешку. Здесь тоже вот томатики висят. Там завалились. И вот что касается этого томата, в прошлом году их было побольше. Но в этом году как-то они совсем не растут. Может быть, опять же таки, климат как-то именно этого сезона на них как-то сказался. Потому что потом идем дальше. Здесь у нас томаты Любаша. Тоже их, в принципе, достаточно много. Кисти вот они вот здесь
висят, там тоже под листочками все поспряталось. Здесь они густо у нас так сидят, поэтому их даже не разглядишь шибко. Ну вот здесь тоже вот они. И начал даже вон один спеть. Такие вот они. С этой стороны я сейчас тоже покажу. Это вот все Любаша. Тоже вот приличное количество их там висит вот. В принципе, томат неплохой. Пока ничего не можем сказать по поводу его вкуса. И что касается вот этого томата, он у нас был посажен и на улице, в открытом грунте. И практически он, ну, совсем, может, на недельку вот именно отстает именно вот от этого томата, именно по росту самих плодов. То есть очень быстро с приходом тепла в открытом грунте именно Любаша, она стартанула, прям так скажем. Ну, томатов тоже, повторюсь, что приличное количество, просто они эти листочки у нас все здесь, не особо пока их видно. Там тоже все в томатах. И еще у нас томат большая мамочка, он в самом краю. Поэтому я его даже вам, наверное, тоже не покажу. Столько вот приближу вот так вот. То есть вот там у нас вот она, это большая мамочка. Там вот тоже это большая мамочка. Все томаты здоровые. Слава богу, пока. И там тоже вот это все кустик, это большая мамочка. Самого края, поэтому я их вам не доползу до туда. Ну так, в принципе, именно что сказать по поводу детерминантных томатов. Неплохо они растут. И вот именно к середине августа, я думаю, уже будет виден результат именно, какой томат лучше, какой томат чуть хуже. Но самое, наверное, главное, что в теплице вот они к концу, наверное, августа будут просто шикарные томаты, сахарные, спелые. Вот именно вот эти вот. Да и все, наверное, и те тоже будут точно-точно такие же. Ну, посмотрим. Очень вкусные томаты именно вот в конце лета, когда они наберут именно своей сахаристости вот этой вот. Тогда, конечно, просто шикарные. Ну, поэтому сделаю такой небольшой итог, подведу. Томат чудо земли однозначно буду выращивать и на следующий год. Плоды у него крупные. Растет он, в принципе, очень даже хорошо. И в стадии рассады переносит все неудобства. И как видите, в теплице он тоже достаточно быстро пошел в рост. Томат именно банановые ноги. Подумаем, может быть, будем его сеять, может быть, нет. Томат, вот эти вот черри, шикарные томаты. Вишенка. Желтая, красная. Однозначно будем сеять, потому что это огромный урожай, вам просто гарантирован. За маленькую, просто мизерную, это вам так скажу, цену этих семян, качество, вот и цена, это не всегда совпадает. Иногда дешевые семена гораздо в 100 раз лучше, чем дорогие, элитные вот эти все семена, которые, в которых больше всего рекламы, какое-то вот именно продвижение на каких-то больших именно YouTube-каналах. А вот эти вот дешевые, которые особо никто не двигает никуда, они вот бывают в 100 раз лучше. И что касается именно детерминантных томатов, то однозначно большая мамочка, это 100% в следующий сезон она пойдет. А Любаша, возможно, может быть, будет больше именно высажена в открытый грунт, чем в теплице. Потому что, в принципе, она в теплице, ну, как бы растет. Но в открытом грунте она, мне кажется, растет и чувствует себя гораздо лучше. А Солоха, может быть, на следующий год и не будем сеять ее. Потому что как-то она немножечко сдала свои позиции. Возможно, нужно именно приобрести семена, которые идут от производителя. Потому что это Солоха со своих семян. А какое-то переопыление, наверное, все-таки идет. И немножко качество, вот те, которые были изначально, они уже утратились. Такие вот, наверное, дела. Поэтому вот такое вот видео. Ну а всем тем, кому было полезно, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока.
До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.